Всем привет, ребят! Добро пожаловать в новый влог. Начинаем его сегодня прям с утреца. У нас сейчас 7 часов утра, вторник. Мы идем завтракать с ребятками. Решили сегодня пораньше позавтракать. Детки у меня кушают наггетсы. Я себе кашку варю овсяную. Вот они, мои котяточки, сидят, лопают. Наггетсы у них, чай с молоком и, конечно же, видосик. Куда же без видосика на ютубе, да? Приятного аппетита! У меня уже почти готова кашка овсяная, тоже сейчас буду завтракать, чаек себе уже заварила. Покушаю и хочу заняться плитой и чайником. Видно, вот, видите, какой чайник грязный, просто жесть, забрызганный жиром, маслом. В общем, надо бы его хорошенько начистить сегодня и плиту почищу. Все, готова у меня кашка. Такая вот прям большая тарелка получилась. Ну, не съем, значит, останется. Потом в обед доем. Сейчас положу вот такого вкусного топленого маслица. Так, мне только левой рукой не очень удобно. Вот такое, девчонки, покупаю белорусское масло топленое. Очень мне нравится. И в кашу, и в картошечку, и просто на хлебушек. Очень-очень вкусное. У нас в деревенском магазине продается. Не знаю, наверное, где-то и в городе тоже есть. Но я именно в нашем деревенском магазине покупаю. 300 рублей вот эта баночка стоит. Но масло прям очень вкусное. Так вот прям положу маслечко. И сейчас мне будет очень вкусненько. Прям захотелось сегодня кашу, уже соскучилась я по овсянке. Я бы с удовольствием рисовой кашки бы покушала. И знаю, что дети бы у меня с удовольствием поели, но у меня здесь нет риса. Сегодня пойдем в магазин, надо нам сходить мусор вынести, и дойдем до магазина. У нас соль практически закончилась. Ну и так, посмотрим, может быть, молочка возьмем, хлеба. Если не забуду, куплю рис. Может быть, рисовой кашки завтра с утра сварим. Все, уселась я тоже кушать. Детки у меня почти поели. Так громко у тебя, сыночек, видосик. Чуть-чуть потише, можно? У нас, ребят, с сегодняшнего дня... Так, качается камера. С сегодняшнего дня. Сегодня ведь 6-е? 6-е число сегодня? Июня? Да. Да, с сегодняшнего дня официально разрешена рыбалка на Волге. Так что все ринулись на рыбалку. Я с утра сходила на берег, посмотрела. Столько лодок уже на реке. Вкусная каша? Да. Я ее специально чуть-чуть не доварила. Люблю, когда овсянка чуть-чуть такая, знаете, альденте. И овсянка у меня не быстрого разваривания. Это та, которую нужно прям вот долго варить. Не меньше 15 минут. Я варила чуть поменьше. Люблю, когда она такая тверденькая. Что-то стучит. Стройка идет. Люди строятся. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and навела я порядки у себя на кухне, посуду перемыла, чайник начистила, такой чистенький, аккуратненький теперь, без всяких этих капель жирных. Здесь у меня еще бутылка стоит, это знаете для чего я оставляю? Это бутылка из-под молока оставляю для хранения круп, очень удобно. Ну, таким лайфхаком я пользуюсь только здесь, на Волге, дома. Конечно же, я не храню в таких бутылках крупы, но знаете, единственное, что дома я храню в такой бутылке, это манная крупа. Очень круто, удобно.
когда деткам кашу варю, вот так вот аккуратненько насыпается все это дело с бутылки. Это вот единственная крупа, которую я дома храню тоже в такой бутылке. Сейчас я вам покажу, как это все дело выглядит здесь. Вот так вот, девчонки, все это выглядит. Удобно, компактно, все крупы видно, просматриваются где что. И всегда можно заменить бутылку. Здесь на Волге мы всегда покупаем молоко именно в пластиковой бутылке. То есть, если бутылочка какая-то уже так потрепалась изрядно, можно всегда ее заменить. Так что берите на вооружение, может быть, кому-то будет полезно. Ну, для дома, опять же, повторюсь, наверное, как бы, ну, не очень эстетично, не очень как-то будет смотреться. Но вот, допустим, для дачи почему нет? Поставила, ребят, себе картошечки. Сейчас отварю. Хочу на обед покушать картошку с селедкой. У меня есть немножко селедки. Мы, кстати, сходили в магазин, прикупили муки. Конечно же, я забыла рис. Только вот с утра вам говорила, что рис надо бы не забыть. Забыла я купить рис. В общем, взяли муки, молока, завела деткам тесто уже на блинчики. Хотят они у меня блины со сгущенкой. Так что сейчас буду готовить блины. И попозже буду готовить еще картофельное пюре с котлетами. Вышли мы с базы немножко, решили прогуляться за воротами и заодно мусор взяли с собой. Вынесем мусор. Персюшка у нас побегает хоть немножко. Он сегодня какой-то сонный, целый день дрыхнет. Пришлось персика взять на ручки, потому что там собака впереди, смотрю. Как бы нам сейчас, мило, не пришлось разворачиваться и с этим мусором идти обратно. Что-то я как-то побаиваюсь. Сейчас у Персика истерика начнется. Начнет он. Сходили мы, девчонки, выбросили мусор с Миланушкой, прогулялись немножко. Я какая-то сонная сегодня. Не знаю, что происходит. То ли погода такая, вот, как бы действует на меня, меняется. Времени у нас сейчас почти 5 часов. Еще только. Я уже спать хочу. Хочу сейчас в душ сбегать и, наверное, залягу я под одеялко. Посмотрю какой-нибудь фильмец. Делаю, кстати, девчонки, лапшу сейчас буду заваривать Захарику. Захотел он лапшу быстрого приготовления с сосиской. Хотя, в принципе, покушать у нас есть что. И хотела я готовить сегодня... Что я хотела сегодня готовить? Картошку с котлетами, но решили перенести это на завтра. Сегодня покушаем так. То, что захочет, завтра приготовлю. В общем, готовлю ему лапшу, завариваю ему лапшу. Пойду в душик сбегаю. Сама сейчас хочу выпить чай. Девчонки, вот такой чай у меня есть с огурцом. Тесс. Чай с огурцом, с базиликом, с зеленый чай, с яблоком, с имбирем и с мелиссой. Такой интересный чай. Я такой еще не пробовала. Это принесла Милашкина подружка, меня угостила. Принесла попробовать мне. Просто сегодня разговор зашел за всякие чаи. Кто какие чаи любит. И как бы вот я сказала, что люблю тоже всякие такие необычные чаи. И она меня угостила. Принесла мне один пакетик. Кира, привет тебе. Вроде заварился у меня чаек.
Сейчас попробую. Я пью чай без сахара, но, впрочем, как и кофе. Хотя кофе иногда бывает, не хочется с сахарком. Вот именно чай, тем более зеленый, я пью без сахара. Сейчас попробую, девчонки. Вкусный, невкусный? Вкусный. Такой необычный вкус. Чувствую мелиссу и чувствую здесь имбирь. И совсем не чувствую огурец, если честно. Не знаю, не чувствую. Пожалуй, прикуплю себе тоже такой. Очень вкусный.